Конечно. Ну, первое, так, все-таки вы видите, как я до конца поднимал настроение, но, к сожалению, не удалось, потому что в третьем периоде, конечно, играли сильнее гораздо Феникс Койоты и выиграли совершенно заслуженно. Для нас, вот, например, для... Это хороший практический семинар, который мы проведем с тренерами молодежной хоккейной лиги. Понимаете как? Потому что мы должны, в общем-то, здесь, на этом материале, мы должны учить своих тренеров. Понимаете? Для нас это, в общем-то, хорошее учебное пособие. Вам грустно, Павел Владимирович? Ну, мне грустновато. Понимаете? Потому что, конечно, нельзя отобрать вот этих зрителей. Понимаете? Вот это красочное всего. Понимаете? Как всего вот этого толчка для развития хоккея. Но... Поэтому, в общем-то, праздник, вот этот праздничность, нельзя ее отобрать. Понимаете, вот у болельщиков, у всех зрителей в развитии дальнейшего хоккея. Потому что я вам должен сказать, что команда Риги, молодежной хоккейной лиги, является одной из ведущих команд. То есть это, в общем-то, тоже будет, я уверен, что толчком для развития молодежного хоккея в Латвии.